Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Ну, если вы хотите работать на постоянной основе, и если вы хотите, если вы действительно хотите делать то, что вы делать собираетесь, я имею в виду по работе, вот, то вообще-то говоря, аффирмации и духовные практики вас немножечко делают не самой собой. Вообще-то, да, аффирмации духовной практики лишь только искажают ваш образ, и человек, который перед вами, он в лучшем случае увидит кого-то другого, не вас, а потом увидит вас, если вы не собираетесь только вот вообще вот все время применять аффирмация. Это в лучшем случае он увидит не вас, а в худшем случае он почувствует какое-то искажение, то есть он почувствует, что вы вроде бы не вы, может быть и вы, вот, то есть это, ну, вот какая-то такая история. Я, честно говоря, хотел бы вас спросить, вы волнуетесь, что не сможете собеседование пройти? Боитесь, что не пройдете собеседование? Так, может быть, имеет смысл разобраться с тем, почему вы боитесь так его не пройти. Давайте разберемся с тем, какие цели вы преследуете, стараясь пройти собеседование. Нет, понятно, что вы хотите получить работу. Да, понятно. Но вопрос в том, для чего вы хотите получить работу. Если заработать денег, да, но если реализовать, это другое. Аффирмация никак не вписывается в подобный контекст от слова совсем. Аффирмация только искажает вас, как бы вводит иллюзию вас и другого человека. Поэтому это вот как раз таки немножечко странно то, о чем вы говорите. Вот. Так что нет, вы можете вести себя, я бы сказал, через аффирмацию в спокойное состояние, так что вас, ну, не будет там, условно говоря, ничего беспокоить, не будет ничего трогать и так далее, но вряд ли это позитивно скажется, опять же, на том, как к вам отнесется потенциальный работодатель, потому что он увидит, что вы, мягко говоря, вяло, и какая будет его реакция, не совсем понятно. Вот, поэтому действовать как? Мне кажется, нужно здесь крайне осторожно. Мне кажется, что вы выбираете наилегкий путь, вот, который как-то идет вот немножечко в обход
Вас идет в обход вас самой или вас самого и искажает вашу суть, убирают вас настоящего или настоящую. И это на самом деле бегство, бегство от себя. Вам не потребуется никаких практик и аффирмаций, если вы будете чувствовать себя, если вы будете ощущать себя, если вы будете знать себя, если вы будете понимать себя и так далее. Вот. Поэтому с точки зрения психологии, вот то, что я могу для вас сделать, это как раз таки помочь вам лучше себя почувствовать, чтобы вам было себя достаточно, чтобы вам не требовалось, чтобы у вас не было потребности такой значит, себе что-то внушить, или другому человеку что-то внушить, чтобы у вас не было потребности искусственно как-то себя изменить, например. Вот. Вот это то, что я для вас, как психолог, могу сделать. Как психолог, как психотерапевт. Вот это то, что я могу, что я могу для вас сделать. Ну, как бы, как-то вот так. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого-самого доброго вам. Удачи, надеюсь, что вы сформулируете обратную связь, и она послужит началом психотерапии для вас.